Всем привет, друзья, и добро пожаловать на ролик. Сегодня поговорим о моей любимой теме — снайперские винтовки. Все больше и больше роликов будет про них, потому что я их люблю. Я их люблю во всех играх, и только в Ханте у меня получается на них более-менее сносно играть. И сейчас вот с новым патчем получается, с обновленным движком, когда появилось падение пули, играть стало еще интересней. Конечно, первый вопрос у меня возник: а что вот сейчас можно такое использовать, чтобы было эффективно и хорошо? И ответ такой есть: это 73L пехотная, Marksman. Сразу скажу, она, естественно, на мелком калибре, и вы скажете в ответ: а как же Winfield C, опытный стрелок, зачем он нужен? И это абсолютно правильный вопрос, он нафиг не нужен. Вот сейчас появится график сравнения этих двух пушек, и, как вы видите, эта штука пехотная просто лучше во всем, чем тот же самый Winfield. Буквально тот самый мем из «Отряда самоубийц», он делает то же самое, что и я. Да, но только лучше, понимаете? Вот, темп стрельбы выше, кучность стрельбы тоже выше. То есть кучность меньше намного, получается, стрельба от бедра идет точнее, чем у того же Уинфилда. Скорость полета пули одинаковая, там расстояние падения пули там, ну, не совсем значительное и прочее. Самое главное, большой плюс пехотный — это огромный магазин. Огромный магазин, где помещается огромное количество пуль. Это означает, что вы можете смело зажимать на рычажном механизме и не переживать, даже просто делать префайр. То есть, когда вы понимаете, что кто-то находится за углом, и вместо того, чтобы стрелять, когда вы его увидите, вы просто заранее начинаете фигачить, и поверьте мне, большинство перестрелок вы будете выигрывать. С Уинфилдом такое позволить себе нельзя, потому что там боезапас ограниченный, и буквально каждый патрон на счету. Снайперка действительно потрясающая. Конечно, самая идеальная снайпа — это если взять Мосинку на шпицерах, взять Дольч. С ними вы будете буквально бессмертны, да, то есть и на дальних расстояниях Мосинка, благодаря скорости полета пули, урону будете выносить на ближних средних дистанциях, благодаря дальчу, а если он у вас еще с прикладом, то вообще можно от бедра просто стрелять, и все будет лететь в точку. Но это дорогой сет, по мне неинтересный, потому что мета все вот сюда сместилось. А вот что стоит очень дешево и максимально эффективно, где цена не соответствует качеству, потому что цена вот тут, качество где-то заоблачное, это краски 73 пехотная Марксмена. Очень советую, ее можно использовать как в соло-игру, так и с друзьями своими, особенно с друзьями, ну, с рандомами, либо с друзьями, потому что вы всегда можете поддержать своих друзей, если они начинают пушить, заходить в здание. Эта винтовка позволяет вам прекрасно отыгрывать на ближних, средних и дальних дистанциях. Поверьте, вы действительно кайфанете. Я буду и дальше изучать снайперские винтовки, но в эту я буквально влюбился. Это действительно одна из самых лучших пушек в этой игре. Я не знаю, а учитывая, что каждого нового нанятого ханта вы можете буквально сразу же накинуть ему перк, рычажный механизм и для снайперки, чтобы целиться, все время не выходить из прицела при стрельбе. Кстати, темп стрельбы даже вот в прицеле достаточно высокий, это раз. Второе, не такая большая отдача. И третье, прицел вот далеко не скачет, буквально лазерган, то есть очень комфортная стрельба. Я не советую ставить туда ускоренные патроны, потому что, они комфортнее на стрельбу на даль, но если вы используете их вместе с рычажным механизмом, то это прям очень плохо. Рычажный механизм прям не стакается с этим делом, поэтому советую использовать на стандартном патроне. Во второй слот берите себе пистолет тоже на мелком калибре, любой. Вряд ли вы им будете пользоваться, потому что у вас вот эта пушка все в себе имеет, а пистолет вам нужен для того, чтобы количество патронов в запасе было тоже высоким. Наверное, вы заметили, шорты мои смотрите, а может быть тиктоки, я немножко поменял формат, там в верхней части экрана я ем и рассказываю что-то интересное про хант, внизу, собственно говоря, хант, стараюсь добавить больше ИРЛ контента, потому что, ну, хочется, вроде как это интересно, слышно несколько хороших отзывов, не знаю, как вам, ну, вот, я буду это делать и дальше, поэтому приходите, заходите, смотрите, подписывайтесь на мой телеграм-канал для получения рассылки о том, что вот стрим начался, новости игры и так далее, конкурсы, призы, подарки. Если хотите меня поддержать и считаете, что я достоин вашей поддержки, то проверяйте описание, там буквально сразу же написано о том, что вы можете подписаться платно на закрытый телеграм-канал, там ежемесячная подписка стоит от 100 рублей, поэтому если это считается, да, сволочь, алдик, я подпишусь, то я буду вам дико благодарен, однако я вам безумно благодарен за то, что вы меня смотрите и доверяете. Что ж, приятного просмотра, отличной недели, пожалуйста, берегите себя, будьте здоровы и приходите на стримы. Где же стримы, алдик? Все в описании есть, они на Твиче и в ТикТоке. Приятного просмотра.
Еба. Best sniping ever. Еба. О! Слышали? Это был Дольч. А это был я. Он вот в эти дома забежал слева. Он мошек вызвал. Ой, хорошо, парни. Встает, не встает, как вы думаете? К сожалению, нет. Вы можете его облутать, кстати, ребят, и потом поджечь. Секунды возьмешь, конкордище. Даже кадр малой. А в доме только один, да? Или что? Окей. Ага. Так, чуваки пришли к нам. Вот с этой стороны. Живи, 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 спокойно. Я сейчас подойду. Они забаррикадировались. Я не могу подойти к вам. Сейчас, ладно. Живи, брат, живи. Уф, там еще другие пришли. С другой стороны играют, сволочи. Сейчас, братуха.
Там арбалет на взрывных у молодого человека, имейте в виду. С другой стороны. Хорош! Да, ловушка у него есть. Вот под этим окном, не заходи. Аккуратно. Воу! Минус. Ага. Так, их можно облутать же. Что ж мы? Это самое. Окей. Вот лежит товарищ. А где еще один бахнул где-то? Там холодный дэдди. А, вот он, вот он, вижу, вижу. Как же ты хорош. А еще есть люди? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, убегай. Нормально. Они у Конкорда уже. Закидывают всяким дерьмом, ага. Меня можете дернуть, по идее. Окей. Хоми Дэдди лево. Где-то левее должен быть. А их двое? Я на зарядке. Знаете, что произошло сейчас? Минус. Ну тут его кем-то имеется в виду.
Голова.